Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн вместе с Андрюхой, и это рубрика «Колесо Фортуны». Всем привет, пацаны! Ребята, я напоминаю для тех, кто не знает, о чем эта рубрика, у нас есть «Колесо Фортуны», а точнее три штуки, с классами тачек низкий, средний и высокий. Там, собственно, внесены рандомные машиночки, мы крутим эти колесико, выбираем тачечки на прохождение разного рода испытаний, ну а победил тот, у кого баллов за испытание будет больше, чем у противника. Все очень просто и интересно, надеюсь, вы уже прожали лайк, и поэтому, друзья мои, давайте уже приступим к выбору тачек. Ну и выбираем первому Андрюхе, так как он мой гость. Да, первую тачку давай, на давай. Чик-тачечку, это плюс один балл. Чилет, плюс и один тебе балл. Выпадает Форд Бронко. Прикольно. Бронко, ема! Да, оставляешь, нет? Давай, оставляем. Ты оставил Форд Бронко, мы теперь выбираем тачечку для меня, и это у нас Volkswagen Сатана. Прикольно. Вау, Сатана, неплохая тачка, брата. Да, Сантана в итоге. Ладно, погнали, ребята, их за спанием, мы пройдем испытаница. Ну чё, пацаны, это прыжок Чиледа, погнали, у меня джипелло, братан, я просто тут все под собой. Ну, вау. Volkswagen. Ема, ты полез... А меня чё в сторону кинуло? Не знаю. Смотри, меня реально в сторону кинуло как-то. Ну, ребятки, по идее, летим. Фольц должен тебя втащить. Ема, ты там просто все сносишь, да, все, да, деревья. Да. Кстати, я заметил, знаешь, что овощи прыгают намного лучше даже тех же быстрых тачек. Поэтому, ребята, на них также интересно. Братан, у меня тачка просто в ноля разбита. Я пролетел камни, ты там остался, да? Я уже здесь остался, братан. Фак, я пролетел, походу, вторые камни. Офигеть. Я пролетел, да, вторые. Я на первых. Вот сейчас будут третьи вот эти, ну и тут... Ну все, да, печально. Но я на припарковался. Первых остался, братан. Пацаны, это не нормально. Может не радовать, а значит первый балл уже мой. И мы отправляемся выбирать другие тачки на следующее испытание. Ну что, пацаны, выбираем теперь тачечку для меня. Я надеюсь на бонусы, которых здесь очень много. В прошлой серии Андрюхи, они просто победу подарили. Плюс как один так. Балл, да. Вот, а у меня сейчас выпал Mercedes Бенз 190E, а была далее Самара, слушай, прикинь, Лада неплохая Самара. Весьма тачка, слушай. Ну, короче, да, Бенз мы забираем, выбираем теперь тачку для Андрея. Давай. Там выпадет? Любой BMW M5 E34, что? Братан, забираем, ну, в принципе, они более-менее одинаковые, ладно, погнали. Ну что ж, друзья, мы прибыли на следующее наше испытание. Это с Андреем было решено пройти съезд горы Чили до наркоманов. И прямо сейчас на Мерсе, он на Бэшке. Проходим его. 1, 2, 3, поехали. Поехали, очень погнали. Очень верю, надеюсь, что не зацеплюсь. У меня внедорожная резина, братан. Фак, я же обычно проезжал здесь. Да, а я прилетел, а я-то врезался. Так, врезался. Боже, где-то там плачет любитель Мерседеса. Да, далеко. За так, братан, меня занесло, меня вообще нафиг что-то туда-сюда из стороны слушай, в сторону. Ну, печально. Братан, ну печально. Ты летишь, смотри. Боже. Смотри, ты летишь все-таки. Его перекручивает. Прям впечатался что в камни. Что это? Что я это с тачкой? Я не понимаю, ребята. Ты впечатался? Я вроде его раскрутил, закрутил, он, я не знаю, кульбитов 5 точно совершил. Братан, я понять не могу, что у меня баха творит. Она то едет, то нет. Я тебя догнал, кстати, в полете обогнал даже. Что творит вообще? Я обогнал. Слушай, меня в сторону кинуло. Ребят, я, конечно, все понимаю. Меня перевернуло. Вот такой меня перевернуло. Я вам советую не ехать с горы, не спускаться, потому что может быть вот такая вот тема. Так, меня развернуло, пацаны. Нет, так, задом. Братан, ну что, у меня шанс? Чего? Я врезался в камень. Нет, ты еще не прыгай. Я врезался в камень, переворачивайся. Меня тоже. Смотри. Ну ты был первый, братан. Ты явно был первый. Да фак. Ну я не протаранил. Какой-то непонятный вообще Мерседес, ребята, у меня тупо, да? Неважно, протаранил. Я заехать не мог. Приехал именно первый на это место. Ну, в принципе, да. Боже, ребята. Блин, ребят, потно было. Ладно, давайте выбираем уже из среднего класса другие тачки. Надеюсь, мне хоть там повезет. Ну, а далее мы выбираем тачечку для Андрея. Ему выпадает джип Ренейдж, вроде, или как-то так он правильно называется. Окей, и в итоге, понял. Ребята... У нас будет дерби, и джип на дерби, это нормально. Больно. Это как минимум больно. Как максимум это слив, скорее всего, да. Хотя... Это пойдет. Да, это вот пойдет. Еще один, минус один балл. Минус я один балл вообще по-братски. Почему мне вторую серию подряд просто, и я не знаю, ребята, опускает ниже плинтуса, это фортуна, колесо. Спокер D12 мне выпал. Нормально. Что за бред? И спукер тоже говно, и что это было вообще, ребята, пошли. Нормально, братан. Ну чё, пацаны, далее у нас дерби до двух побед, ты готов, Андрюха? Да, 1, 2, 3, поехали. Кстати,
А почему ты у меня под крышей? А, ты вот на крыше, слава богу. Да, я уже думал. Читер, вы видите это, ребята? Это тупо читер, пацаны. Вау! Так, спукер! Блин, я тебе. Ты первый! Ребята, я ничего не сделал. Андрюха сам, так сказать, упал, ударил, чуть меня не выкинул, спас зато меня. Раз, два, три, поехали. Я, кстати, падал. Если бы ты меня не тронул, я бы, скорее всего, даже упал. Не-не-не-не-не-не, я поехал. Я разогнался. Я засмотрелся, я засмотрелся. Так, красава. Надо было добивать тебя, но... Надо было. О, ты на жопу. Братан, ты что-то... Ты падок, смотрю. Я не падок, а ты хорошо. Братан, я тебя пытаюсь... На нахер, короче, ребята, все понятно. Жопа моя все-таки сильна. Понятно, ясно. И невозмутима. В итоге балл мой, это уже 2-1 в мою пользу, и мы выбираем другие тачки. Ну а сейчас, ребята, крутим колесико, и я надеюсь, что мне выпадет хорошая тачка, потому что у нас... А я надеюсь, что нет. Будет, ребята, драг-рейсинг, и мне выпадает... Ну-ка, что там? Я думал, у меня будет две тачки, а мне выпал Land Rover пикап. О, такое, блин, на драге такое пикап. Нормально. Меня, я бы сказал, что делает колесико. У тебя Range Rover Evoque. Вау, у меня против Evoque. Пикапа. Неплохо, ну, такое. Неплохо. Ладно, погнали. Врум-врум, мазафака, нахер. 1, 2, 3, поехали. Топчем, пацаны, топчем. Слушай, а у тебя пикап едет. Просто пикап тащи. Чё? Ёпта! Land Rover пикап против Evoque вытащил, я что думал, ли? Я думал, я сделаю. На нахер! Просто нюхай мой выхлопной. Понятно, пацаны, понятно. Это изи. Это просто 205. Тупо сделал Evoque. 205, да ладно! Какое-то старое ведро сделало меня. Это у меня 160. Сколько там по баллам? 3-1 уже вроде, да? Да, получается. Прикольно, 3-1, пацаны, я так рад. И мы выбираем другие, ребятушки, тачки. Ну что, пацаны, наш другой класс, это с крутыми, быстрыми тачками, выбираем для Андрюхи. Давай. А тебе выпадает, сейчас оно становится... BMW X6M F16 2016 года, берешь? Понятно. Ну давай, да, заберу. Окей, у нас будет как раз-таки забыл сказать о прыжке веры. Именно сейчас, ребята, выбираем тачку для меня. И тут, как бы, знаешь, скорость ну-ка, решает. Ну-ка, что выпадет? Volvo FH440. Вау! Твою мать, это же вроде грузовик. Да, у меня нет выбора. Погнали. Ну что, пацаны, прыжок веры. Вау, я поехал. Не долетело, не долетело. Это будет так долго. Надеюсь, повезет. Вау! Ну так вот. Вау! Братан! Чё? Газ отбросил. Я дальше поехал. Да, ну тут как бы, ребята, слив. Это без шансов. Это явно без шансов. В итоге я на втором ветряке, а ты в итоге на каком? Да я вообще фига далеко. Фига ты далеко, ты 5 ветряков обхватил. Я тупо ехал по дороге, да. Ну ладно, 3-2, и у нас последний выбор тачек. Го? Го. Ну что, пацаны, последний раз выбираем тачечку, а теперь будем выбирать для Андрея. Давай. Опять-таки, я надеюсь, какой-нибудь тебе выпадет Devil. Какой-нибудь ГГГшенька. Какой-нибудь Devil, а, либо плюс выпадает, один балл. Получается, нет, BMW M5 F90 выпало. Ну, ты быстро прокручиваешь, нет? Не-не, забирай себе, неплохая тачка. Теперь выбираем мне, я, кстати, забыл сказать об испытании. Опять же таки, у нас будет прыжок с рампы. А мне, кстати, BMW X6 M F16. Нормально. Прикольно, ладно, ребята, обменялись тачками и погнали далее. Ну чё, ребятки, битва двух бэх, это прыжок, погнали. Я тут в бункере, такое. Короче, я тоже хотел в бункер. Прыгаем, надеюсь, давай, что летим. X6 едет, M5 вроде. У меня 230, плохо едет. 260. Ну, у меня тоже 250, 360, 390, 300, 340, как раз-таки, братан. О, ты, походу, быстрее, братан, 350. 360. 360 у меня. Братан, у нас они одинаково 370. Едут. Братан, ты быстрее был, по-моему, все равно. Так, ребята, ну, походу, я выше тебя. Пацаны, да, я выше, кстати. Не повезло! Да, пацаны. Дальше, а да. Нет. А в смысле? Не-не-не. Теперь давай смотреть, получается, по билборду. Во, смотри. Если вот так по билборду смотреть, то ты где? Ты чуть-чуть дальше, я по-моему, дальше, ребята, нет? Я дальше, ребята, да, слава богу. Ты чуть дальше. Это мой балл, 4-2. Блин. 4-2, просто... Блин, я мог ничью сделать. Сухая победа. Да, ребята, у Андрюхи были шансы, но он ими не воспользовался. Я надеюсь, вам понравилась рубрика. Она получилась максимально динамичной и интересной. Поэтому, ребятушки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылки будут в описании. Всем удачки и всем пока! Всем пока, народ!